Здравствуйте! Сейчас мы с вами будем изготавливать вот такой букетик из лилий. Вот один из них. Я уже сделала цветочек. Сейчас мы будем делать с вами вместе остальные цветочки для букетика. Для этого нам понадобится вот такие вот заготовочки. Я уже приготовила из гофрированной бумаги. Вот наша конфетка со шпажкой. Это для обмотки стебелька. Это для окончания нашего цветка. Так? Для этого мы берем ножницы и вырезаем лепестки. Немного заостренные. Потому что у лилии, сами знаете, заостренные лепесточки. Если у розы они закругленные, то у лилии так. Дальше берем нашу конфетку, клей, стебелечек. И будем крепить к стебельку. Вот таким образом. Вот. И немножко вливаем. Сейчас мы закрепляем на цветок. И вот и наш стебелечек. Берем, закрепляем. Получился у нас вот такой вот цветок лилии. А сейчас мы будем оформлять с вами букет. Для оформления букетика нам понадобится вот такая вот сетка специальная, которая заворачивает цветы. Из гофрированной бумаги я уже подготовила сразу вот такой вот листик, вырезала в форме сердца. И изготовлено всего получается 7 лилий. Вот такой у нас получился букетик, чтобы не было видно наших. Вот. И по желанию можно закрепить клеем.